профессора Лопух, Лопух, Лопух. Прием, прием. Тем. У нас сегодня рулетка челлендж из съедобного слайма. Есть вот такие вот ингредиенты. Это посыпка, каша с какими-то цукатами. Клубничными вообще дома. Изюм, семечки, соленые орешки и перченые орешки. И при помощи рулетки мы будем все это добавлять в свои слаймы. А слайм из желейных мишек. И Софийке выпадают сэмки. София добавляет чуть-чуть семечек. Чуть-чуть, пару семечек, буквально пару семечек. Папа крутит барабан, и папе попадается... Банан. У нас нет банана. Попадается каша. О, с цукатами. Я добавляю немножко каши. И обязательно давай нормально добавим. Пару цукатиков. Нормально добавим. Цукатики, слушайте, странные какие-то. Тоже слаймики мини. Видите? О, видите? Такой вот цукатик. Прикольный, пахнут клубникой. Давай, твоя очередь теперь. Давай, нажимай. Софии выпадает изумелла. Изум. Изумелла у тебя будет. У тебя будет такой южный слайм. Нет. Много очень. Все, теперь моя очередь. Такой запах стоит от этих, походу, цукатов. Да, самый сейчас пахнущий цукат. И мне попадает орех перченый. Где он? Вот, походу. Да, такой желтенький. Мы чуть-чуть насыпаем. Орех перченый. София, нажимай, что тебе попадет. О! Посыпка! Выпадает посыпка. Круто! Насыпай свою посыпку. Я уже ну, конечно, она всю насыпит. Ну, так ничего. Посыпки мало не бывает. Давай хотя бы распространи ее вот так. Остался еще только один ингредиент. Это просто соленые семечки. Какие семечки? Орешки. Добавляем орешки. И у меня получается не очень вкусный слайм. Вот это у кого-то обалденно красивый. Давайте перемешивайте ваши слаймы, я если думаю, вы отдерете товарищ тарелки. Товарищ ведущий, я думаю, нам стоит сейчас поставить микроволновочку, чтобы она немножко расплавилась, и потом уже перемешать. Что вы делаете? Посыпаем крахмалом. Чуть-чуть крахмалом да, посыпаем. Потому что немножко горячее, чтобы не так сильно прилипало к рукам, мы уже сверху посыпаем крахмалом. Давайте. О, как будто мы сладкое... Ну, тут... А, банька такая. Ну, тут вкусную... Классный барабан, вкусный барабан. Как это будто мы вкусно. Да ты сыпь больше, больше сыпь. Нет! Я себе, это ж мой. Катя, Софийка, давай разминай. Пап, ты уже свое есть. Пап, у тебя все ингредиенты там внутри, и их совсем не видно практически. У тебя каша, перченый арахис и соленый арахис, да? Да. Я просто одно скажу, что, наверное, от тарелки я его уже не отберу. Нет, отдру, нет, деру, как правильно говорится. Вот такой у нас получается. Он горячий, поэтому... София, у тебя что получается? А у тебя получается крахмальный слайм. Давай вот уже. Вот как будет потом давай. Это все есть. Горячий? Какие? Или сладкий? Тишина. Горячий, да. Давай я помешаю. О, София красивый. У нее видны и изюмка. И что у нее еще там? У нее и посыпка, и изюмка, все. Но горячая. Прикольно. Ну красиво, да? У меня... Вот такие вот у нас слаймы получились, да, слаймы? И у меня так чей вкуснее? Надо попробовать, чей же вкуснее. Красивее у Софии? Или красивее? Красивее. Красивее, красивее. А вкуснее? А вкуснее? Попробуй Софики. Мама выжала. Но они оба кисленькие такие, сами по себе слаймы. Что лучше, сладко? Они так одинаково, но да? Вкусно. Так что, после шлема, это будет от соседа. У Софики же семки там точно.
Она София. Четкая девчонка с центром. Я сейчас... Ты твое невкусное, я твое вкусное. Подпишись на канал. Ставьте лайки. Всем пока. Пока-пока. Увидимся в следующем видео.